скажем, попасть в воду нет никаких. Да-да. Отлично, все начало привет. Видео. Шансов попасть в воду нет никаких. Вот, мы дошли до ворот. Как вы себя чувствуете? Чувствую замечательно. Здесь ворота находятся. Да, это приемный маячок. Мало того, что эта лодка комфортная яхта и красивая, так еще здесь можно сидеть как ты хочешь. Хочешь так, хочешь так. Учитывая, что ты 2 метра 5 сантиметров. Учитывая, что ты 2 на 2, просто. Да. Ты можешь сидеть, нас уже тут четверо. Да. Все себя чувствуют комфортно. Да. Это отличное испытание. Отличный тест для лодки. Замечательно. Да, места хватает, достаточно вполне. 4 человека, как я уже говорил. Прогулка суток. Да. 4 человека — это оптимальный вариант. Взрослый, да. Вот. То есть, и чтобы каждый человек чувствовал себя действительно комфортно. Ветерок усиливается немного. Облачка приближаются. Посмотрим, что будет дальше. Покажи облака. Возможно, будет видео с последствиями. Ну и после. Ничего, все будет нормально. Там видео такое, помоги! Лоцманский катер, расстояние миля.